Что я назначен в средние опочки. Меня, конечно, заинтересовало, что это такое опочки, где это я нашел на карте. Вот. А что такое опочки? И вот разные версии выдвигали. Кто-то говорит, что опока – это такой камень. Но мне очень понравилась версия, связанная с отдыхом. Опочки – это место, где отдыхают, почивают. Но когда я приехал и посмотрел храм снаружи и изнутри, я понял, что настоятелю здесь отдохнуть не удастся еще долго, потому что работы здесь очень-очень много. Это при том, что уже на протяжении 20 с лишним лет идет восстановление храма. Там выдвигались разные версии оценки, сколько времени, сколько средств требует полное восстановление храма. Там речь шла о многих миллионах. Естественно, приход это все осилить не мог, поэтому мы выбрали путь противоаварийных работ, скажем так. То есть в первую очередь мы перекрыли вот вверх, чтобы сверху не текло, чтобы не слишком дуло, ну и прочее, чтобы там, где наметились разрушения, как-то остановить. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, уже и мы оставляем должников наших, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое Царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве Богу нашему. В 2011 году исполнилось 200 лет со времени начала строительства храма. Я начал собирать историю храма, чтобы люди увидели, почувствовали, что за этим большая, очень интересная история. Участник этой истории – их предки непосредственные. Поэтому я потратил очень много сил на то, чтобы найти в архивах различных вот какие-то следы средних опочек. Все я постарался поднять за эти вот, ну, более полутора лет. Я здесь настоятель. Ну, я считаю, просто важно это собирать, как в песенке какой-то там времен советских там пелось. Вы полагаете, это будет носиться? Я полагаю, что это следует шить. То есть необходимо собирать. И, в общем-то, через какой-то вот какие-то периоды вот появляются люди, которые это прочли, у которых родственники вот непосредственно были участниками этих событий. И новая информация приходит, фотографии какие-то появляются, документы какие-то появляются. Нам удалось найти документ такой уникальный на первой половине XIX века. Вот этот документ – это, в общем-то, тяжба. На гербовой бумаге эта жалоба была написана государю-императору Николаю Павловичу, поступившей на ктитора храма, который занимался попечением. Подрядчик, так сказать, вот сила Гладков, Силантий Гладков, вот он занимался именно непосредственно строительством храма в течение ряда лет. И вот на него поступила жалоба. Жаловался местный помещик, указывал, что вот Гладков затягивает строительство, средства непонятно куда уходят. Ну, известные такие, так сказать, судебные дела. Вот, приехала комиссия разбираться, и когда она вникла во все, она вместо, так сказать, каких-то вот прещений
в эту комиссию входили духовные лица и светские лица, вот, она вместо прещения объявила благодарность этому строителю, потому что он много собственных средств сюда вложил. И единственное, что здесь как бы не хватало еще к тому времени, это просто не была поштукатурена колокольня, и не было колокола большого, но не было, потому что он разбился. Конечно, много дали дополнительно метрические книги, которые не полностью сохранились, но они сохранились. Они дали имена и священников, и еще, так сказать, при внимательном их прочтении можно было что-то восстановить. И еще, если об источниках еще говорить, то, конечно, самым таким интересным были источники архива ФСБ «Следственные дела». Они хранятся. К этим источникам я пробивался много-много лет. Когда мы работали над восстановлением колокольни, разбирали здесь после разрушения колокольни в 50-х годах, был завал щебня, строительного мусора, и по воле Божией нам была открыта находка, оставленная священником, который служил в 30-е годы в данном храме. И это поручни и облачения. Сейчас они находятся в храме. Вот такая была большая радость для нас. Подарок. Такое чудо свершилось спустя много лет. Предположением, вот, по догадкам, мы все-таки думаем, что это облачение от времен отца Христофора. Потому что его арестовали спешно. Верующие, они как-то пытались вот сохранить утварь храма, вот, и вот где-то могли вполне спрятать. Вот в одном из соседних храмов там в вентиляции был найден даже евхаристический набор. Отец Христофор Мартынов служил здесь до 30-го года. В 30-м году он был арестован после одного инцидента. Выпускалась местная газета «Стенная», «Смычка» называлась. Вот ее редактор посвятил номер весенний полностью антирелигиозной тематике. Накануне Пасхи как раз все это было сделано. Ну и вывесил где-то там в общественном месте. Отец Христофор увидел эту газету, прочел. И он как бы свои контраргументы в защиту веры тоже изложил письменно и вывесил на воротах храма. Это его стенгазета, батюшки, провисела недолго. Ее сняли, подшили к следственному делу, но, к сожалению, она утерялась впоследствии. И батюшку вызвали, заставили дать объяснение. Потом, в конечном счете, так сказать, один из местных комсомольцев написал на него тоже жалобу. И по этой жалобе его тут же арестовали. Может быть, даже жалоба где-то и была задним числом написана. Вот. И дали ему 3 года ссылки в Архангельский край. Ему было уже 70 в это время. Поставили его там на лесопилку. Некоторое время он еще был жив, присылал оттуда письма местным жителям. Вот, так сказать, местные жители собирали посылки, ему отправляли туда. А потом письма от него перестали приходить. Отец Христофор умер там, в ссылке. То есть срок его ссылки истекал в 32-33 году. Но он уже никуда не вернулся. Ни сюда, ни к родственникам там, никуда он не вернулся. Он уже умер на севере. Вот отца Христофора помнит Евгений Дмитриевич, ныне здравствующий, Селезнев. Вот. Он, отметивший недавно 90-летие. Вот его как раз отец Христофор крестил, его отец Христофор причащал, и он помнит вот именно причастие. Мы пошли в церковь, и меня отец Христофор и диакон из ложечки в рот. Я еще маленький был.
Вот, это хорошо я помню, ложечкой. И причастили. И пожелали мне пойти в первый класс. Это вот эти, вот это я его хорошо помню. А потом несколько раз видел я его, как он из дома проходил с грабельками на свое поле. У него поле вот от кладбища и до шляха было. И он идет с грабельками, конечно, после службы. Вот. А эти женщины, батюшка, отец-батюшка, вот так вот они, вы вот нам наставили давать празднички не работать, а сам с грабельками идете в поле. Он говорит, этим Господь Бог не запрещает идти, а вы вот сидите, там бревно толстое, на бревне, вот судачите, вы больше греха наделаете. И вот мне эти слова с детства о Христофоре помнятся. Ну, он высокий был, высокий, добрый человек. Мне он очень понравился. А вы помните, как его арестовывали? А вот этого я не помню, потому что моя семья тоже попала под эту... Под репрессии. Репрессию. Моя семья тоже репрессирована полностью и выслана отсюда. А как... за что? За что? За то, что дедушка мой не пошел в колхоз. Наш храм закрывался дважды. В 30-м году после ареста отца Христофора. И во время войны храм был открыт. И второй раз он был закрыт уже в 50-м году, и до 89-го года тишина. Зернохранилище, склад, циркулярка. Евгений Дмитриевич, Иван Семенович, окошки вставляли, они инвалиды войны. У одного граната в руках взорвалась, другой, он участник Сталинградской битвы. Там склад же был, это, полы прогнили, все там это. Ну и вот в начале... Жена моя и это Иван Семенович. Иван Семенович как бы начальник был, а она была этим. Просвирки вели, эти торговала, свечки торговала. Ну а моя работа – рамы восстановить, стеклить всю церковь я сам. Где рамы? Две или три новых сделал. А то подремонтировал, какие старые были. Стекол никаких, речи быть не могло. Или кирпичом заложено, или там это, фанерой, там досками. Стекла были забиты. Идите и начинайте работать. Начинайте, никто вас больше не тронет. Открывайте, церковь была открыта, все. Открывайте. Берите ключ, там взял, ключ сам замкнул, скляц замкнул. Ни председатель колхоза, ни председатель совета, никто. Видимо, либо им сказали, либо что больше раньше-то не допускали туда.
можно сказать, аномальное. Мы слышим, так сказать, на горной проповеди о том, что нормальное состояние, когда гонит за веру. Сейчас, в общем-то, не гонит прямо за веру. Ну, есть какие-то отдельные выпады, какие-то акции проводятся различные. Но это, наверное, все-таки нельзя считать широкомасштабным, каким-то комплексным таким наступлением. Это просто отдельное недовольство. Как всегда, конечно, вызывает недовольство, когда человек грешит, и ему иногда указывают или говорят, что есть иная норма поведения. Человеку неудобно, нехорошо. Иногда бывает реакция агрессии. Я пришел к такому выводу, что нам нужно жить дружно. Жить дружно. Друг с другом. Как заповедь: любите друг друга, потому узнают, что вы ученики мои, что будет любовь между вами. Потому что когда начались допросы, начались аресты, как раз порой основными свидетелями проходили не штатные даже сотрудники, которые специально не следили, набирали компромат, а выходил свой же собрат, который служил в этом же алтаре. Одного арестовывает, другой пишет донос. Разногласия могут быть каким-то другим вопросом, могут быть разные мнения. И, культурологическим, историческим. Но должна быть любовь. Любовь в чем-то в главном единство, во второстепенном различие, и во всем любовь. Этой любви сейчас не хватает. Это меня больше всего печалит. Именно оскудение любви. Не то, что что на приходах в селах не так много людей, а то, что нет любви. Была бы любовь, и Феодосий Печерский с Антонием Печерским, вдвоем могли служить на литургию, и не чувствовать какого-то ущерба, и не плакаться по поводу того, что нет массовости какой-то в храме. А может быть массовость, а любви нет. И тогда беда. Тогда легкое колебание какое-то общество, даже не революция, а какое-то легкое, какой-то такой мелкий закончик какой-то принимается, или подзаконный акт, и все. Христиан остается опять жменька. Антоний, архиепископ Иосаф, епископ Симеон, епископ Артемон, епископ Митрофан, архиепископ Стефана, епископ Ефрем, епископ Никона, протерием Георгием, протерием Владимира, протерием Василия, протерием Леонида, протерием Алексия, протерием Христофора, протерием Митрофана. Как-то верила всегда в какое-то чудо. Это у меня еще с детства. А какое чудо, кроме Господа? Какое может быть чудо? Просто я верю в то, что есть Господь, что Господь нам поможет, если мы будем молиться. Все что были коммунисты, они все в тайне крестили детей. У нас таких ярых коммунистов не было. Один только есть у нас в школе работает. А так у всех, особенно в селах. У всех дети крещеные, чтобы храм был восстановлен. Хотелось, чтобы фрески у нас засветились, видите, как они. Их не было видно, мы уже обмели. Мне кажется, с каждым днем они светлее становятся, виднее. Проясняются. Это мне так кажется, а может, это и так и правда. Какой у нас сейчас батюшка хороший, добрый батюшка. Дай Бог ему здоровья, дай Бог ему подольше у нас побыть. И чтобы его не забрали от нас. Этого мы не хотим. Хочу, чтобы откликнулись люди. Душа болит, что есть богатые из нашего села, в Москве есть, работают с нашего села. Обращались к ним, помогите нам. Чужие откликаются, а с нашего села почему-то нет. Для многих местных жителей важно, что в Средних Опочках есть храм. И если вдруг, кто-то будет проходить, собирать подписи против храма, мало кто подпишется, может быть, никто даже не подпишется под этой бумагой. Для многих важно, чтобы был храм. Но
многие не могут понять, для чего им он нужен. Вот мне бы хотелось, чтобы вот когда я уже, так сказать, вот завершал свой круг, свое служение, вот чтобы не было тех людей, которые смотрели бы на храм как просто на архитектурное сооружение. Они смотрели бы на храм и внутри чувствовали вот свою, вот, что храм этот нужен лично для них, что именно здесь проходит их самая важная часть жизни. Не в огороде, не перед телевизором, не во время, не в поездках по магазинам, а именно в храме. В храме. И чтобы даже когда они физически находились вне стен храма, душой они чувствовали себе вот свою причастность к церкви, вот к такому живому организму. Вот именно вот этого сейчас, наверное, тоже остро не хватает. Именно ощущение своей причастности вот к жизни храмовой. Я плыву на этом корабле, я знаю маршрут этого корабля. Вот, и мне очень хочется попасть вот туда, куда этот корабль плывет.